От чего мы отталкиваемся? Первый этап это, в принципе, был спортивный. Это наша трасса лыжная, где никогда жители не ходили по трассе. Они ходили по дорожкам, которые остались еще от разреза. Мы сделали себе километровый круг, и все жители пошли на этот круг. Потому что, во-первых, роща, новый асфальт, любимая, бесспорно любимое место для жителей города. Но на сегодняшний день мы имеем конфликт интересов, и он очень большой. Лыжник, вылетая на лыжероллерах со скоростью 40 км в час, втыкается в бабушек или в детские коляски. Это надо понимать. Территория, которая была охвачена километровым кругом, мы внутри ее насытили. На сегодняшний день бесспорно все жители города у нас и гости у нас наполняют вот этот клочок, где мы поставили скамейки, бесспорно там много всего, но территориально это вот на этом, внутри этого километрового круга. Дальше наполнять, мое мнение еще раз, дальше наполнять вот этот километровый круг, плотность его делать больше смысла нет, потому что жители и так все там, надо расширять территорию. И вот вторым этапом мы наполнили здесь. Третий этап предполагался изначально. Это дорожка до привокзального. Это примерно у нас там примерно 2 километра трассы. На сегодняшний день, что бы мы ни сделали внутри этого круга, жители еще мы туда привлекем. Но еще раз повторяю, это все будет очень плотно. Надо расширять территорию. С депутатским корпусом мы разговаривали, выборы с жителями. На сегодняшний день слабое такое видение. Это дорожка до привокзального микрорайона, но не просто в одну сторону, а закольцованная. Внутри как бы можно разместить и спортивные площадки, и игровые какие-то зоны, там, и озеленение сделать, все что угодно. Если у нас будет метров 20-30 промежуток между двумя дорожками, и это будет до привокзального, во-первых, мы свяжем отдаленный наш микрорайон с городом, во-вторых, в дальнейшем мы можем в ту сторону работать и работать. Это будет 2 километра. Мы сейчас, еще раз повторю, в километровом круге. Если вы скажете, что какие-то другие варианты, и жители выскажутся, что действительно надо какие-то другие варианты, конечно, давайте работать. Но изначально как бы предполагалось, что третий этап пойдет в сторону привокзального, и это будет уже не километровая, а двухкилометровая дорожка. Ну, как бы вот так.